А бить можно? Делай, что хочешь, видишь? Прошу. А вы точно мой? Где вы шлялись всю ночь? Да пил я, что, не видишь? И еще. Это гостеприимство? Шлялись всю ночь. В зале нам постели. Ну решись уже, решись. И где ты шлялся всю ночь? Блин, я что, домой приехал? Не стесняйтесь. И где ты шлялся всю ночь? Вообще-то не ночь, а год. Все, спасибо. Первые клиенты, открывай. Серега, ты где ходил все приветствие? Пошли у нас музыкалка, давай, сходим. Я даже ничего не успел спросить. Поехали дальше. Что, собственно, вы делаете в моем шкафу? Мы армяне, мы везде. Партиями они к тебе, партиями. Сколько дальше. Сколько у меня людей в квартире? А что, собственно, вы делаете в моем шкафу? Не помещаюсь. Продолжаем. А что, собственно, вы делаете в моем шкафу? Сереж, ты чего? Ты же сам эту игру придумал. Дальше, Сергей. А что, собственно, вы делаете в моем шкафу? Попался? Тебе повестка, держи. Спасибо. Сережа, там есть еще. Давай. А что, собственно, вы делаете в моем шкафу? Сереж, сколько у тебя там людей? Что это за игра? Ну, еще, Сереж, пожалуйста. Как много людей хочется в шкафу у меня посидеть. Так, а что, собственно, вы делаете в моем шкафу? Извините, мне на пятый. Готов выслушать любые ваши полезные советы. Алексей, коптите вот до такого цвета. Спасибо. Прошу. Я готов услышать любые ваши советы. Ну, главное, чтобы после ваших шелков никто коньки не отбросил. Советов, я так понимаю, будет много. Я готов их выслушать. Сейчас, секунду. Все. Не занимайтесь больше этим никогда. Все. Все, Алексей, спасибо. Все, спасибо. Микрофон возьми. Или ты думаешь, что он настоящий? Добрый вечер. Это Юрий Гуспин. Как мне войти? Или Соломон еще же дом снесли. Чего вы сидите там? Дальше. Добрый вечер, это Юрий Гуспин. Как мне войти? Ну, вы сначала из машины выйдите. Лично я глаз с Гусмана не свожу. Он так вошел в образ, что каждый раз тычет в эту стену. Продолжайте, Юрий Соломонович. По системе Станиславского работает. Да. Добрый вечер, извините, это Юрий Гуспин. Как мне войти? Знал бы, что каждый день будете ходить, не занимал бы. Спасибо.
Сколько раз можно повторять? Я лабутенами не занимаюсь. А вот здесь вы молодец, Сергей. Здесь вы нормальный вопрос задали. Смешно. Еще. Сколько раз можно повторять? Я лабутенами не занимаюсь. То есть, когда молотком по пальцу вы себе ударяете, вы говорите: «Ух ты!» Сколько можно повторять? Я лабутенами больше не занимаюсь. А сексом? Сколько раз можно повторять? Я лабутенами не занимаюсь. Да и не надо. Сергей, вот каблук, почините, пожалуйста. Спасибо! Спасибо! Прошу. Ну что вы все звоните? По-вашему, я не прав? Константин Львович, вы же на первом. Откройте Гусману. Есть еще желающие? Что вы все звоните? По-вашему, я не прав? По-нашему, вы лев. Еще есть желающие на звонок? Что вы все звоните? По-вашему, я не прав? Какая разница? Все равно по-вашему будет. Ну вот на этом, пожалуй, мы и закончим этот конкурс.